Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы ввязались в какую-то шпионскую авантюру, и сейчас нам нужно проникнуть на это таламорское поместье под видом гостя и что-то тут разнюхать. Поэтому сейчас мы сохранимся. Так, посмотрим, что у нас по квестам. Поговорить с Малборном. Ускользнуть с приема так, чтобы меня не поймали. Короче, по ходу дела разберемся. Я хорошо переношу. Да заткнись. Добро пожаловать в Талморское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. А у меня есть оно? Благодарю, господин. Проходите. Да-да, господин, да. 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 Да-да-да. Вот приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Хорошо, давайте посмотрим. У них тут званый бал, похоже, какой-то. Это прикольно. Не все же нам по подземельям шарахаться. Среди куч говна и разлагающихся трупов, верно? Временами надо и в высшем обществе сверкануть своими боевыми шрамами. Так, сохраняшечка. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен. Посол Талмора в Скайриме. А вы? Меня зовут... Я не могу прочитать, как меня зовут, но приятно познакомиться. Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Она никогда в этом не признала. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Ладно. Так, Малборн, ты палишься. Что вам принести? Принеси мне два меча, пожалуйста. Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь. И ты сможешь пройти дальше. А дверь, судя по всему, вон та, да? Так, ладно. Как же мне отвлечь стражу? Стража у нас это ты, да? По идее, я вот так вот могу сделать. А, я не умею приседать, обалденно. Так. Давайте-ка заглянем на этот светский... Какие нафиг шпионские задания? Кому это нужно? Так. Блин, зачем я взял тарелку? я как свинья себя веду. Так. А, я не взял ее? Ну ладно. Ты посмотри, да? Да пофигу. Так, сыр я не люблю такой. Помидорки, рыба. Рыба тоже неохота. Посвинячили маленько. Так, давайте. Кишканули. Не думает о религиозном аспекте этой войны. Еще один знак вырождения вашей империи. Если твои глаза и уши открыты... А твой разум свободен что от заблуждений тебя тут и ожиданий, а я знаю ты многое узнаешь стоит. В этом зале. Игрот, я ж тебя недавно но видел, ты как успел тут появиться? Как там твой вообще Морфол? Или Маркарт, я уже не помню. Ты часто проводишь такие приемы? Да, частенько. Я обожаю роскошь. Но еще больше люблю окружать ею тех, кто в состоянии ее оценить. Но мне также нравится узнавать свежие сплетни и быть в курсе последних слухов. Я смотрю, денег ты не жалеешь, да, ссоришь? Конечно, нет. Нельзя же пригласить влиятельнейших дам и господ Скайрима и подчивать их дешевым элем и сухарями. Это только малая толика благ, которые ожидают тех, кто поддерживает интересы Талмора. Ты что, меня вербуешь, что ли? Развлекайтесь, прошу вас.
Так, короче говоря, мне все-таки надо с ним поговорить, похоже. Да, что тебе нужно? Я хочу выпить. Господин, лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Пора. Конечно, я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Так, сохраняшечка, бухнем для храбрости. Вино, судя по всему, просто лучшее из тех, что тут есть. Подожди, его... А что, квестовый, что ли? Очень приятно это слышать. Простите, господин, я на службе. Так, ты, может, откроешь? Да, что тебе нужно? До встречи. Блин, я не понимаю, что... Ух ты, блин. Ладно, хватит жрать. Что мне делать? Давайте со всеми разговаривать тогда, раз я не могу определиться. Чё, алкаш? Чтобы тебе налили... Вот твоя выпивка. Щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Ну, кое-что ты для меня должен сделать. Чудесно. Можешь. Немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Так, не палясь, да тут охранник стоит на нас, смотрит, а я им такой: мне нужна помощь, надо устроить шумную сцену и отвлечь всех на несколько минут. Ты сможешь это сделать? А ты ничего не слышал. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивай сцены. Это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Хорошо, мастер. Показывай. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Я предлагаю тост за Эллен Вен. А нашу хозяйку. Что ты делаешь? Правильно? Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел... Так, пошли, пошли, пока нас не заметили. Хотя вы почти все уже с ней в постели. Но все же... Так, давай, давай, уходим. Ладно, ладно, уберите руки. Ладно уж, я буду... Че, где вещи-то мои? Мы же не хотим оскорбить наших талмур. Говорить буду. Или мне уже передали их? Нет, у меня один квестовый клык Каузиина, который, блин, им только себя запороть, он бесполезный. Пока все хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости, а говорить буду я, хорошо? Иди хорошо. За мной. Темно-то как. Идет, Малбор. Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Да, мне плохо. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цаване? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Поняла, поняла. Вещи в этом сундуке. Хорошо. Смотри осторожнее. Поспеши. Так, мои мечи. Отлично. Мне пора возвращаться, пока меня... Больше у меня, конечно, ничего нет, но, в принципе, мне больше ничего не нужно для этого задания. Так, ладно. Подожди, я сохранился, нет? Все, теперь я точно сохранился. Иначе патрульные заметят, что что-то не так. На всякий пожарный. Рассчитывай теперь только на себя. Схема дальняя. Новые миротворцы посланника? Нет. Это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься. Так, что мне вообще тут нужно? Зачем я сюда пришел? Лучше пусть сначала сожрет маг.
Тогда, может, нам хватит времени. Талморское одеяние, интересно, проканает, если я его надену. Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят сверху. То есть я имею в виду одеться под стражника, и чтобы они думали, что я стражник. Я думаю, не получится. Ладно, пошли лучше патрулировать. Так, тихо. А нам, видимо, вон туда на лестницу надо пройти. Хорошо. Так, где второй? Уходи. Потихоньку, не палимся. Оп, аккуратно. Так, кто тут стоит? Почему он тут стоит? И что мне с ним делать? Хорошо, для начала мы сохранимся, а потом, блин, ну, я не вижу нового выхода, кроме как пытаться про... Оп. Кончился мой знак. Раз в сутки действует он, по-моему. Так, как он там? Активные... А, подожди, нет, таланты. Так, ладно. С тобой, судя по всему, ничего хорошего у нас не получится. Тихо, 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 тихо. У меня же все-таки, блин, со скрытностью проблем никогда не было. Поэтому давайте стараться не палиться. Тем более на всяких невнимательных магах. Так, тут у нас никого вроде. Давайте посмотрим. Возможно, тут что-то нужное для нас есть. Но, судя по всему, нет. Тут обычно какая-то комната для расслабона. Типа столовой. То есть делового тут ничего найти не получится. Хотят у них. Тихо. Кто там топает? Хорошо, тут, похоже, ничего нет. Да чё ты стоишь там на одном месте? Все отлично. Это отлично, что все отлично. Хорошо. Сюда вроде пока никто не ходит, все на балу заняты. Потом обнаружат трупы, а мне уже без разницы будет. Талморцы. Ненавижу талморцев. Сколько я с ними парился в начале игры. Так, что у тебя есть? У тебя есть неплохое одеяние. В принципе, ладно, ничего мне от тебя не нужно. Кинжальчик взял на всякий пожарный. Хоть зачем он мне вообще? Так, хорошо. Сохраняшечка. Пока что все идет нормально.
Так, вот здесь может быть какой-то компромат. Но вообще, судя по тому, что указатель где-то вон там, нам, видимо, все-таки туда. Но мало ли, мне неохота потом возвращаться, поэтому давайте сразу посмотрим, что у нас здесь есть. В тумбочке, допустим. Чугунный ковш явно не мое. Так, короче, понятно. Я что, на улицу выхожу, что ли? Да вы гоните. Я не хочу на улицу выходить. Или все-таки надо? Не знаю. Блин, сприганы, конечно, они такие занимательные существа. Офигенно. Типа древесный голем. Так, хорошо. Куда я двигаюсь, я вообще, честно говоря, не сильно представляю, но похоже, я все-таки правильно иду. Блин, как хорошо, что у меня скрытность прокачана. Вот в такие моменты понимаешь, насколько это полезно. А, я, видимо, не в тот проход пошел, да? Где-то там вход снизу. Тихо, палимся. Так, хорошо. Блин, нифига не видно. Фух. Да бляха, ну еще вот не хватало застревать во всем, в чем только можно. Вот это была встреча нос к носу. Не надо меня находить, иначе мне придется тебя убить. Ой. Блин, опасно. Валим. Валим, кидай нифиги отсюда. О, в два раза чуть фиаско не потерпел я. Зато интересно получилось. Остаток денег, если его история подтвердится. Как договорились? Он заговорил. Я так и знал. Все говорят, рано или поздно. А теперь у меня много дел. Не мешай мне, если хочешь увидеть остаток своих денег. Так, отчет по делу о драконах. Это мы... Сразу давайте зачитаем. Первый эмиссар Эленвен. Мы надеемся в скором времени выяснить, кто или что стоит за феноменом воскрешения драконов, даже без пробелов, пишут мудаки. Наш информатор указал знающего человека, которого мы доставили в посольство для полного допроса. Подследственный очень упрям, но все же указывает на, то, что он скрывает нужную нам информацию. Я дал разрешение на промежуточную ручную развертку. Вряд ли понадобятся другие меры, если только вы не считаете, что времени ждет. Я знаю, что вы предпочитаете присутствовать на последнем допросе. Как только последствия будет готов, я немедленно сообщу. Полагаю, это займет около 2 дней. Тем временем, если вы хотите проверить качество нашей работы, мы с радостью почерпнем из сокровищницы вашего опыта. Для вашего удобства я поместил последственного в камеру, ближайшую к лестнице, в ваш кабинет. Рулиндил, третий эмиссар. Это мы берем. Ключ.
Талморское досье на Дельфину, его мы потом прочтем. И на Ульфрика, кстати говоря, тоже. Я могу помочь. Он скажет мне. Он мне доверяет. Ты хочешь спуститься со мной вниз? Так, Иссу? Советуешь нам ослабить его путы и посадить тебя... Может, их убить, Кедринфини? Ладно, не буду я. Я, конечно, кровожаден, но не настолько. Кстати говоря, надо труп-то сховать куда-нибудь. Тяжелая такая. Ой. Валим. Когда-нибудь все переменится. Так, что у нас тут есть? Ничего хорошего, тут они только что общались. Так, ладно. Пусть себе дальше, короче говоря, с этим разбираются. С трупами, которых я им там оставил. Ключ у меня есть от камеры дознания, посмотрим. Так. Давайте разбираться. Все в паутине. Убираться тут никто особо не стремится, я смотрю. Не горит желанием. Не надо, пожалуйста. Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулендил задает вопросы. Начнем сначала. Нет. А ты знаешь правила. Пощадите. Вы уже все знаете. Начнем сначала, как обычно. Если будешь упрямиться, нет, мне придется. Я просто... нужно... Так. Давайте я снова расскажу. Я же ничего не знаю. Если придется драться, нет, то я хочу первым делом убить вот этого мага, потому что с воином мне полегче. Но вообще мне нужно взять вот эту вот штуку. Он старый и немножко чокнутый. Это все, что я знаю. И уходить. И зовут его... Я не знаю, как его зовут. Я уж... Так, что дальше? Отыскать информацию. Ну, отыскал я. Что теперь мне выходить? Раз говорил. Да хватит его мучить. Что ж вы, бля, за изверги-то такие? Отвечай на вопросы. И где нам... Вашу мать, живодеры, даже меня такого, блин, черствого человека, и то, блин, это напрягает уже. Так, это что за пагубная? Давайте возьмем. Свитки, нахрен они мне. Ну, блин, за такую цену можно взять, в принципе. Призванная секира, это мне точно не нужно. Народ у нас, конечно, опять взбеленится в комментах, но я ее брать не буду. Кольцо разрушения. Так, ладно. Зато у нас появился шанс побеседовать с пареньком. Ну чё, братюнь? Этьен Рарнис. Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Пожалуйста, повтори все еще раз. Как скажешь. Может, ты просто убьешь меня и покончим с этим? Есть один старик. Я его видел в Рифтоне. Я не знаю, где он живет. Я не знаю его имени. Да, он подходит под описание этого Эсберна, который тебе нужен. Может, это он. А может и нет. Я больше ничего не знаю, правда. Так, собственно, мне с тобой, похоже, и нужно было поговорить. Так, а теперь оставайся тут. Слушай, ты шпион. Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника. Сдавайся, или оба умрете. Плевать. Тихо, я предатель. Уже мертвый. Иди, медленно.
Тихо. Они поймали этого лашпендера, похоже, который нам помогал. Он должен быть где-то здесь. Так, хорошо. Так, подожди, я же взял ключ. Или это не от этого ключ? А, придется драться, ладно. Скатертью дорога. Ты это кому? Им или мне? Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Надеюсь, дело того стоило. Да ладно, не беспокойся. Я знал, что это добром не кончится. Зачем я только... Так, ключ от камеры дознания, ключ от люка, золото. Слушался дельфину. Хватит ныть. Убили. Золото, отмычка. Свидетелей больше нет, уходим отсюда. Концы, как говорится, в воду. Эй, эй, так как так, вашу мать? Нормально так зашел. Зелье. Бляха-муха, это плохо кончится, мне хана. Это называется нормально, так спустился. Так, ладно, это мне наказание за то, что я такой кровожадный парень, но... Блин, как мне тогда выходить-то отсюда? Почему не на своем посту, юстициар? Да давай, твою мать! Да. В принципе, я думаю, я с ними справлюсь. Просто теперь-то я поначалу не понимал, что происходит. Но теперь мне сразу надо бить. Я не юстициар. Так, ну давай, ну. Сможешь. You can do it. Что вообще за глюк такой? Почему они меня сразу начинают атаковать? Ну, ну давай, я тебя вижу. Смерть, твое единственное спасение, ничтожество. Сам, ничтожество, чё обзываешься? Так, ладно. Чё-то там какой-то нехороший звук был. Так, негры ночью копали уголь. Ничего не вижу. Надо убираться нафиг отсюда. Хорошо. Тролль. Тролля я не боюсь. Хотя без брони, в принципе... Я думаю, справлюсь. Думаю, даже справляться не придет. А, подожди. Это не оранье. Нет, слава богу. Так, хорошо. Надо как-то отсюда выбираться. Я пока что выхода не вижу. Что-то он там заподозрил, по-моему. Эй, я что, застрял, что ли? Почему он не идет сюда? Ладно. Выхода у нас не остается, придется с ним драться по-любому.
Но вообще не страшно оказалось. У страха глаза велики, как говорится. Так, ладно, нам, видимо, вот так как-то надо выбираться, что ли? Или нет? А, вот сюда. Все, понятно. Отлично. Отлично, понятно. Выходим в Skyrim. Хорошо, теперь нужно поговорить с дельфиной. Дельфина у нас находится... Да, как обычно, в Ривервуде. Как вы знаете, я решил почаще пользоваться быстрым перемещением, просто чтобы экономить наше время во время прохождения основных квестов. Поэтому сразу мы сейчас переместимся через всю карту и окажемся там. Надо маленько отдохнуть от постоянных этих путешествий, потому что очень много шло серии с бессмысленным исследованием, зачисткой гробниц всяких. Практически каждая гробница, каждая пещера, каждый храм, у него есть квестовый подоплек, который берется поначалу в городах. Поэтому было решено пока что уделить больше внимания все-таки квестам. Так, ну и ладно. Развязались мы с этим делом. И в принципе на этом закончим эту серию. В следующую пойдем поговорим с Дельфиной, посмотрим, к чему нас это приведет. Да, будем разбираться дальше, в принципе. А на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.